Привет всем, ребята. Ко мне опять старики пришли, говорят: Игорь, блин, летели на самолете очень долго, ноги оттекли, что делать? Говорит, не знаем. И я вспомнил один добрый старый рецепт. За мной видите, какая красавица яблонька, белый налив. Очень поздний, сейчас как раз осень, прям как раз кстати. И сейчас мы сделаем очень полезный шашлычок. Смотрим способ приготовления. Нам с вами понадобится шампура. Я взял вот три шампурика. Берем, срываем яблочки наши и насаживаем. Лишнее отрываем. Прям все с дерева, витамины. Очень сложно натягивать их. Второй шампурик. Мне три надо. Кому, ребят, как? Кому побольше, побольше. Кого поменьше, поменьше. Очень замечательный рецепт. Старый, дедовский. Если у кого нету мангала, допустим, можно попробовать запечь уже в духовке. Но на мангале, сами понимаете, намного вкуснее. Яблочки насадили, теперь идем мы готовить. Подготовили мангал, сейчас раскидаем мы угольки наши. И кладем шампурики на мангал. И начинаем запекать. Сейчас распределим. Поворачивать надо почаще. Нагреваться будет, чтобы у нас они пропекались равномерно. Это лакомство полезно во всех планах. Там все витамины, что есть, так вот, то, что яблоня собрала за лето, от витамина D, включая и заканчивая железными всякими витаминами. Вот, начало уже взрываться. Это не только от отечности, можно от всего. Но подходит очень хорошо от отечности. Уже зашипело. Уже подрумянилось. Надо часто вращать их. О, запах уже пошел яблочный. Подгорит, ничего страшного, если шкурка такая потемневшая будет. Надо равномерно, чтобы по кругу оно приготовилось все. И за это надо часто вращать. Это не мясо, это яблоня, яблочки. Запах идет такой печеным яблочком, такой приятный, полезный. Так сблизи они выглядят, когда готовятся. Я с удовольствием поем. Сейчас нам природа дала витамины, надо этим пользоваться, надо кушать их.
в любом виде. Наелись в сыром, поедем в печеном. Уже вот выходит жидкость. Лопается, это ничего страшного. Прошло в районе 30 минут. Наше лекарственное лакомство готово. Можно теперь приступать к дегустации. Наши яблочки в таком виде красивом. Я сейчас ничего с ними делать не буду, потому что это общая тарелка. Кто-то любит сладкое, кто-то нет. Кто-то с медом захочет, кто-то с сахарком. Ребят, я возьму сахарок. Сейчас я возьму яблочко. Будем пробовать. Сыплю сахарком. Можно пудрой, кто как любит. Очень лечебное, витаминное блюдо. Сейчас шкурку снимем. Горячее еще. Только-только принес. Ребят, вот кашица вот такая получилась. Еще вот дымок идет. Ребят, это лучше всякого детского питания, еще до кучи, практически бесплатное. Кому понравился рецепт, ребят, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал, всем удачи, не болейте, пока.